трикотажный джемпер с длинным рукавом для девочки. 526-336, цвет розовый, размер 122, 95 хлопок, 5% эластан. Вот такая вот красотка, да? Тут у нас бисер. В принципе, все нормально, все хорошо. Так, вот это у нас такие вот брючки. А поясочек у нас там толстенький, такой хороший, удобный, слегка длинноватый, но вот это вот слегка вообще нас нисколько не волнует. В принципе, можно подогнуть немножечко, да? Согласны со мной? Ткань плотная, хорошая. Так. Угу. Ну вот сейчас как раз на весну носить есть такой небольшой начесик. Значит, артикул у таких вот брючек 526-04, ростовочка тоже 122, цвет синий. И сейчас мы будем надевать трикотажную толстовку с длинным рукавом. Так, для девочки артикул 525-995, цвет синий, размер 122, 100% хлопок. Да, очень даже симпатичная. Да, такой костюм прикольный. Да, Вика, нравится тебе? Скажи «да». Да. Да? Ой, ты, господи, тихонько-тихонько сказала. Отойдите немножечко подальше. Лариса нам вызвалась помогать в уголочек туда, да? Вот как красиво смотрится. Сейчас на Викульке трикотажный джемпер, ростовочка 122, артикул 526-336. И очень симпатичный, обтягивающий, обратите внимание, какие у нас тут пуговки хорошенькие, да? Это брюки 526-345, цвет розовый, размер 122, 90 хлопок, 95 хлопок, 5% эластан. У нас трикотажное платье для девочки с коротким рукавом. Артикул 526-076, цвет красный, размер 122, 100% хлопок. Лариса, оно плотное? Плотное, очень да? Плотное, хорошее, да. Нету начеса внутри? Нет, начеса внутри нет. Начесика внутри нету, да. Умница и красавица. Но оно такое свободное, полуприлегающего силуэта, очень удобное. Так, сейчас мы надеваем трикотажное платье с коротким рукавом для девочки, цвет розовый, размер 122, 100% хлопок. Тоже, да, такой полуприлегающий силуэт, очень даже симпатичный. Можно было, конечно, и на размерчик поменьше. Трикотажное платье с коротким рукавом для девочки, артикул 526-30, цвет мультицвет, размер 122, 100% хлопок. Очень красивое платье, очень хорошо смотрится. Платье с коротким рукавом для девочки, артикул 526-282, цвет мультицвет, размер 122, 100% хлопок. Очень красиво, очень классно, суперски, мне нравится, с удовольствием будем носить. Платье трикотажное с длинным рукавом для девочки, 526-022, артикул, цвет синий, размер 122, 95 хлопок, 5% эластан. Очень красивое платье, с удовольствием будем носить в садик. Тоже очень плотное платьишко примеряем с артикулом 526-013. Вот такое вот, да? Желтенькая, классная девчонка, да? Очень красивая. Так, сейчас мы надеваем юбочку. Значит, мультицвет, размер 122, 100% хлопок, артикул 526-121. Нравится, да, Викусе? Нравится. Следующая это футболка, называется она трикотажная фуфайка с коротким рукавом для девочки, цвет белый, размер 122, 100% хлопок. Так, сейчас мы заправляем юбочку в футболочку. Значит, трикотажная фуфайка с коротким рукавом. Артикул 526-103, цвет белый, размер 122, 100% хлопок. Тонкая, прекрасная вещь. И далее такая вот у нас морская юбочка для девочки. Цвет белый, размер 122, 95 хлопок, 5 эластан. Артикул 526-040. Очень трикотажный джемпер с длинным рукавом для девочки. Цвет оранжевый, артикул 122. Ой, размер 122, состав 95% хлопок, 5% эластан. Артикул 526-031.
И также штаны, обтягивающие брюки для девочки, артикул 526067, цвет синий, размер 122, 95 хлопок, 5% эластан. Вы знаете, это, можно сказать, не брюки, а леггинсы, да, потому что они обтягивающие такие вот. А, Ларис, а плотная ли их сама по себе кофточка? Кофточка очень плотная, а брючки теплые, да? Да, да, брючки легкие. Так, значит, сейчас у нас вот такая классная штука. Все, ждем лета, чтобы в этом ходить. Трикотажные обтягивающие брюки для девочки. Артикул 526085, цвет мультицвет, размер 122, 95 хлопок, 5% эластан. И трикотажная фуфайка с коротким рукавом для девочки. Артикул 526058, цвет мультицвет, размер 122, 100% хлопок. Итак, сейчас на Вике трикотажные обтягивающие брюки для девочки, цвет мультицвет, размер 122, 95 хлопок, 5% эластан. Вот, артикул 526-318. И вот такая вот классная кофточка со стразиками, очень-очень симпатичная. Трикотажный джемпер с длинным рукавом для девочки, артикул 526-309, цвет голубой, размер 122, 95% хлопок, 5% эластан. Ну вот, в принципе, это и все, что мы заказали Виктории. Больше пока ничего по вип-заказу не было. Мы говорим вам пока-пока. Вика, пока. Угу. Вот. И спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Викоська очень старалась.